Друзья, дорогие, продолжаю рассказывать, что у нас есть. А у нас есть много чего. Итак, приехали классные мандарины. Сорт мандарина. Мандарин обыкновенный, он так и называется. Некоторые, кстати, экземпляры, на некоторых есть мандаринки. Не на всех, но есть. Поэтому, кто хочет с мандаринками, пишите. Есть 16 горшок и 18 и 20. Да, да, вот смотрите, вот 18-й, посмотрите, какое диво дивное, а? Да, вот, видите, и вот есть 20-й горшок, смотрите, диво дивное, смотрите, какая прелесть. Итак, мандарины, сорт мандарина, мандарин коммуны, вот это вот он, такой вот шикарный, в наличии. Далее, миагава, сацума миагава, 20-й горшки. Тоже в наличии, есть и старого привоза, и из нового, тоже можно выбрать и посмотреть. Дальше, в одном экземпляре мандарин полацели с плодами, миагава, нуцелярный один. Вот опять же, видите, смотрите, вообще это идет 20-й горшок, но фактически он, наверное, 16-й, но тем не менее, вот чтобы вы понимали, то есть мы ничего не присаживаем, мы ничего не трогаем. Один остался муркот. Два шикарных свит Сицилия мандарина, просто великолепных, сладких, вкусных, без плодов, но тем не менее. Далее, новинка в питомнике, ну, вообще всем известный сорт, мы привозили из Испании его, мандарин Авари, это все из Сацума, это, вернее, как Уншиу, да, из группы Уншиу, вкусные, сладкие, реально вкусные, сладкие Сацума, да. Авари три штучки. Миха, новинка, три штучки. Не Михаил, а Миха. Михаил тоже есть, кстати, сказать. Дальше, клементин, рубина. Это ярко-оранжевые плоды. Старая поставка. И из новой приехали шикарные экземпляры. Классные, вкусные. Просто клементин, 18-й горшок приехал. Тоже рекомендуем, сладкий, ароматный. Клементин кафена один, примасоли новинка, три штучки с плодами, пока не опали, ребят, потому что плоды, конечно, к сожалению, падают, видите, ничего мы сделать не можем, мы отправим, как бы, пишите, мы отправим. Клементин ори, тоже новинка, две штучки, вот с завязями, видите, обратите внимание. Классные, вкусные, сладкие. Далее гибриды, танжерин, трабуты, две штучки. Мы раньше в том году привозили, это новинка у питомника, привозили мы в том году, ну вот, вот привезли еще, на одном есть плоды, по-моему, на втором, мне кажется, завязи. Всего две штуки, рекомендуем. Клементины из прошлой поставки есть. Дальше приехали апельсины кругата. Кругата — это померанцы. Значит, 16-й горшок и 18-й. Кто хотел интересные экземпляры, в наличии. Далее, лайм верде. Лайм верде – это классические персидские лаймы. 16-й, 18-й и 20-й – это из прошлого привоза. Далее, кафрские лаймы. 16-й, 18-й, 20-й есть из прошлого привоза и есть новые. Свежие приехали, кто-то даже с завязями. Ну, с такими небольшими и прям огромные такие растения. Покажу еще с той стороны. Дальше опять приехали лайм квата товарес. И в наличии. Кстати, в наличии они уже завязывают плоды. Такая вот прелесть, кто хотел. 16-й, 18-й. Также есть у нас мексиканский лайм приехал, классический мексиканский лайм. А вот, кстати, смотрите, а это и не мексиканский лайм. Вот помните, я вам говорила вот про пересорты, пожалуйста. Это вот. Вот, видите, а вот вам и пожалуйста. А вот у нас и пересорт. То есть это не мексиканский. Я просто смотрю, потому что у мексиканского немножко другие листья. Вот видите, я вам пока показывала. То есть вот, вот это настоящий сорт. А вот вам. Про что я вам вначале в прошлом видео говорила. То есть это не мексиканский лайм. Вот мексиканский лайм без шипов. Вот с этим я согласна, да. Это мексиканский. Это вот, да, мексиканский лайм. Классический. Это 22-й горшок.
Лайм Таити в 20-м горшке приехали классные экземплярчики. И сейчас вам покажу еще с другой стороны эти экземпляры. Так, лайм. Ай, Таварес, шикарный красавец. Таварес. Дальше, неаполитанский лайм. Видите, как хорошо иногда еще раз проходить, потому что глаз замыливается и очень нужно. Далее, палестинский лайм. Палестинский лайм. Это сладкий лайм, его индийский, палестинский с плодами. Какая прелесть. Далее, лайм варигатный Таити приехал. Вот такой вот красавчик варигатный в наличии. Еще раз показываю вам персидский Таити. Далее, кафорские шикарные. Прям вот, смотрите, огромные. Есть прям 1,30 м, мне кажется, высотой. Вот такие красавцы. Лайм варигат, верде, простите. Кругата. Далее. Тангор Артаник. Две штучки. Нуцеллярный. И Танжела Бат 9. Тоже это новинка, кстати, с плодами. И то с плодами. Вот всего вот по два экземпляра. Мы тоже его привозили в том году. Это новинка. То есть был он у нас, но вот опять мы его заказали. Потому что вкусная штука. Очень вкусная. Дальше. Клементин Ариса, Клементин Аноси, Клементин Оровал, Оро Гросс и два Марисоль. Вкуснейшие клементины, сладчайшие вкуснейшие клементины. Видите, шикарнейшие. Прям очень-очень рекомендую. Далее, клементин Клемендор тоже. Чекули Пикколо. Обожаю я. У них мелкие вкусные сладчайшие плоды. Михаил и два варигатных Уншиу. Вот таких вот экземплярчика, две штучки. Прям рекомендую, дорогие мои, прям рекомендую. Мандарин Вася, это тоже из да. О, смотрите, о, Вася какой. Дальше, мандарин Кара и Ками. Вот, видите, все в одном экземпляре. Поэтому прям вот, прям рекомендую. Пока они с плодами, пока они с завязями, прям отправим без задержек. Такая вот красота. Опять же показываю вам мандарины с плодами. И вот такая вот красота. И последний ряд. Бергамоты приехали обалденные, огромные, да. Без плодов, но тем не менее они невероятно классные. Один бергамот Кастаньяра из Тинтери. Один шикарнейший. Далее, аркобалы. Аркобалы у нас приехали в 16-м, в 18-м горшке и в 20-м. Вот такие вот красавчики. Из прошлой поставки в наличии. Также у нас приехали в 22-м апельсины шоколадные с плодами. Тоже, кто хотел, выбирайте, пока есть. Вот они классные, красивые. Далее, апельсин Тарока красномясый. 16-й горшки, 18-й шикарнейший. Прям вот чудесные. Обратите внимание, они с плодами некоторые. Вот кто хотел вот прям вот урвать, есть экземплярчики, можно. Мора, прям пышные красавчики. Апельсин Мора в 20-м горшке. Сангвинелла. Сангвинелла есть в 16-м и 18-м. И то же самое овали Калабреза. Овали Калабреза сладкие в 16-м, 18-м и в 20-м, дорогие мои. Есть еще в 20-м. Приехала Каналикулята в 20-м горшке. Красавицы просто. Апельсин Кара-Кара. Вот такие вот экземпляры. Далее. Апельсин Гамлин. Хемлин. Сладкий один. Апельсин ванили сангвинио с плодами. Это красномясый сладкий апельсин, бескислотный, который красномясый. Апельсин фукумота с плодиком двумя. Апельсин гибрид такли один. Такли. Дальше из прошлых поставок фруктоз помело розовый фрута роза. Свити Ора Бланка в наличии. Далее помело Чандли розовый. Есть 18-й, есть 20-й экземпляры. Роса Ди Сарзана осталась, по-моему, совсем. Тут 3, тут 4 штучки. Прям совсем. Дальше. В 18-м горшке и в 20-м. В 20-м с плодиками. Грейпфрут Старуби красномясый. В 18-м грейпфрут белый марш.
приехал, прям хорошенький. Вот такие экземплярчики. Так, показываю. Грейпфрут Тимор один. Далее 4 сезона с плодами. Апельсин один. Апельсин варигатный. Это не тарока, это просто апельсин варигатный. Это не тарока, это просто идет. Далее Салустиана с плодами и Валенсия Сан-Марино в одном экземпляре. Вот, это остались вот такие вот экземпляры. Дальше еще раз показываю вам апельсины. Тарока, сангвинелла моската целлярный, тоже с плодами. Прям вот рекомендую. Мора. Вот он шоколадный с плодами. Аркобаллы. Аркобаллы разные. И бергамоты. Вот такая прелесть и красота в наличии. Потом я еще раз сделаю обзоры и покажу. Я просто хотела вам по-быстрому рассказать и показать. Есть какие-то растения, которые отложены и оставлены по предзаказу. Поэтому пишите, спрашивайте, пока есть что выбрать. Всем хорошего вечера и до завтра. Всем пока-пока.